кажется, сейчас очень важно тоже заниматься активизмом, чтобы показывать, что это, во-первых, возможно, и что мы можем повлиять на ситуацию. И важно напоминать лидерам, что есть климатический кризис, и нужно учитывать климатический кризис, когда вы пытаетесь восстанавливать экономику. Мне кажется, что государства слишком долго они прислушивались только к бизнесу и пытались получить выгоду из всех своих действий. И если уж они взяли на себя такую ответственность быть наверху и определять направление политики, то они должны выполнять свою основную функцию, заботиться о людях, помогать им жить лучше. Сегодня, к сожалению, сложилась такая ситуация, что правительство, руководство Российской Федерации предлагает в качестве выхода поддержку и дальнейшее развитие существующих традиционных технологий, в том числе через поддержку традиционных секторов, которые составляют основу российской экономики. Это российский ТЭК, это нефть, газ, уголь, это новые месторождения, в том числе Арктики. На сегодня у России, как у всего мира, у других стран, сложилась уникальная ситуация, уникальная возможность выйти из коронакризиса в новую реальность с новой моделью экономики. Именно для этого российское отделение Greenpeace в партнерстве с коллегами, с Российским социально-экологическим союзом, с рядом других всероссийских организаций сформировали так называемую краудсорсинговую платформу «Зеленый курс России». Результат этой работы, этого проекта, этой платформы будет собран в специальную такую зеленую книгу и будет передан в правительство Российской Федерации.